Теперь, когда вы знаете, как на самом деле компилируются и запускаются Java-программы, вы можете начать пользоваться интегрированной средой разработки, которая скроет все эти утомительные подробности за красивыми кнопочками своего интерфейса. Существует три основных среды для разработки на Java. Это IntelliJ IDEA, NetBeans и Eclipse. Вы можете выбрать любую на свой вкус. Если определиться не можете, то рекомендую выбрать IntelliJ. Я много пользовался каждой из этих сред разработки и в итоге остановился именно на ней, как на самой удобной.